Икона Адигитрии, как еще называют Пресвятую Божью Мать, сыграла важную роль в российской истории веками. Оригинальная святыня хранилась в Смоленске, но исчезла в 1941 году во время оккупации города. Остались копии изображения. Христиане каждый год отмечают День Смоленской иконы Божьей Матери. Это традиционный образ Адигитрии, леворучный так называемый, то есть тот образ, у которого младенец... Богоматерь, младенец сидит на левой руке. Ну, есть своды с праворучным изображением, как, например, Владимирские своды, образы Богоматери. Поверье на День иконы Божьей Матери часто повторяют запреты других важных церковных дат. Праздник нельзя богохульствовать, ругаться, заниматься рукоделием или другими работами с острыми инструментами. Не рекомендуется торговать или менять что-либо. Считается, что полученные на День Смоленской иконы вещи долго не прослужат. Начало последнего летнего месяца – период гроз. Из-за риска пострадать от стихии 10 августа, по поверьям, нельзя работать. Икону чествуют трижды в году. Следующим праздничным днем станет 18 ноября. Праздник установлен в честь российской победы в войне 1812 года. Также икону чествуют 7 декабря. Считается, что в этот день Божья Мать после молитвы помогла Смоленску освободиться от Золотой Орды. Образ Богоматери Смоленской – это один из многочисленных изводов большого иконографического типа Богоматери Адигитрии. Ну, если вернуться в историю иконографии Богородицы, то мы вспомним, что существует три основных иконографических типа. Это Адигитрия, путеводительница, в переводе с греческого это Аранта, ростовое изображение Богородицы с разведенными в молитвенном жесте руками, и Богоматерь Знамение. Образы Богоматери Адигитрии, пожалуй, самые распространенные в христианском искусстве. На 10 августа праздник также пришелся не случайно. В этот день, в 1525 году, икону переместили в Новодевичий монастырь из Московского Благовещенского собора. Праздник установлен в честь ее прибытия на Русь вместе с дочерью греческого императора. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».